В Анапе продолжают активно убирать сухостой по поручению мэра курорта. Сегодня специалисты подрядной организации трудились на нескольких улицах города, где избавились от аварийных деревьев. Мы находимся на улице Северной, рядом дом Северная 67А, ТГСК. Вот. Мы удаляем аварийный тополь сухостойный. Мэр города дал указание, чтобы начали активно пилить сухие деревья. Ну, мы как бы не останавливались, весь год работаем, пилим. Поступила заявка от ЖКХ, чтобы убрать это аварийное дерево. Аварийная бригада приехала, приступила к работам. Как вы видите, работы почти завершены в плане спила. Затем приедет бригада утилизации, будет утилизировать ветки. Ответственные в ЖКХ, кто занимается зелеными насаждениями, мониторят, в каком состоянии зеленые насаждения в городе находятся. И мы по их заявкам отрабатываем.